Здравствуйте, меня зовут Алексеева Юлиана. Тема моей исследовательской работы – создание мультфильма через приложение Stop Motion Studio. Я узнала самые старые техники эффектов в кино и на телевидении. Эта техника называется Stop Motion или покадровая предметная анимация. Stop Motion – один стиль анимации, когда фотокадры соединяются в видеоряд. Целью моей проектной работы является изучение техники стоп-мошен. Гипотеза. Если раскрыть все секрет техники стоп-мошен, то можно самим в домашних условиях создать свой первый мультфильм. Объект исследования. Мультфильм. В своей работе я использовала следующие методы. Изучение литературы, просмотр видеоматериалов, изучение создания простых мультфильмов, съемка собственного мультфильма. Словари прочитала, что означает слово «мультик». Вывод. Мультфильм – это ожившая картинка или ожившая фигурка. Стоп-моушен – актуальное направление видеоарта и одно из основных принципов анимации. Этап создания мультфильма. Шаг первый. Поиск темы. Я выбрала нарисованные бумажные куклы. Нарисованные куклы легко скользят по бумажному фону. Сюжет, как мне кажется, должен быть простым и интересным. Шаг второй. Подручные. Фотокамеры. Я использовала 13-пиксельную. Обязательно нужен штатив. Я вместо штатива использовала металлическую селфи-палку. Прикрепила твердо к столу, чтобы снимки получались с одного ракурса. Это поможет показать подвижность предмета в более четком виде. Шаг третий. Действие. Я фотографировала покадрово. Для получения лучшего результата советую снимать каждое незначительное перемещение предмета. Таким образом, вы сможете передать живую атмосферу. Заключение. В итоге работы моей гипотезы о том, что если раскрыть секрет техники стоп-мошен, то можно самим в домашних условиях создать свой первый мультфильм. И это доказано. Я изучила процесс создания мультфильмов и сделала свой мультфильм. Сказка о якутском богатыре Маяк-Тавертхара. Провела словарную работу. Сделала глоссарий. Попробовала роль мультипликатора. Мне очень понравилось создавать мультфильм. В целях пропаганды нашего предка Маяка Тавертхара в дальнейшем буду работать над созданием 3D-мультфильма. Еще озвучено в 3 языках – якутский, английский, французский. Спасибо за внимание.